Как жила, чем занималась и к чему стремилась советская молодежь, узнала молодежь современная. В Центральной городской библиотеке презентовали книги первоуральского историка, краеведа и писателя Людмилы Русаковой. В них рассказывается об истории зарождения пионерского движения и комсомола. Истории таких же молодых ребят, которые жили 100 лет назад, Людмила Русакова собирала долгие 3 года. Первая книга «Мы рождены, чтобы сказку сделать былью» повествует о создании в нашем городе пионерского движения. Вторая и третья книги о труде, испытаниях и мечтах, об истории комсомола Первоуральска. Работы охватывают весь период существования движений с 1919 по 1991 год. Экземпляры каждой книги останутся в Центральной библиотеке. На создание серии автора вдохновил нынешний рост различных общественных движений в Первоуральске, и она решила рассказать молодежи, как зарождались и существовали самые известные молодежные организации государства. Эти страницы, конечно, были забыты по различным причинам. Мне хотелось оставить в памяти наших детей, и чтобы наши вот дети, которые сегодня воссоздают детское и юношеское движение в городе, чтобы они воспользоваться могли опытом прошлого.